На вашей машинке только котов катать. То ли дело наше. У нас зато есть дрон. Древняя модель. Да историческая. А вот мне на день рождения обещали кое-что особенное. То, чего у вас нет. Да? И что же? Домик на дереве! Большой и красивый! Вот, будете хорошо себя вести, пригласим вас в гости. Может быть. Я доисторическая модель. Хотя, да, в каком-то смысле. Зер, не обращай внимания. Просто они зазнайки. Я думаю, их надо проучить. Согласен. А как? Построим свой домик на дереве, чтобы они не хвастались. А друзья нам помогут. А? Задача сложная, но нет ничего невозможного. Части домика можно сделать на принтере, но потом их надо будет собрать. Так, давайте по порядку. Зер, выбери подходящее дерево. Тор, расчисти под ним площадку. Ты печатаешь детали. Анки грузит их на меня, а Трак собирает домик. Турбозавры, вперед! Как думаешь? Ну, спасибо, удружил. А я-то при чем? А кто придумал, что мне домик на дереве подарят? Теперь у них есть домик, а у меня нет. Если его сломать, у них тоже ничего не будет. Это мысль. Они сейчас сломают наш прекрасный домик. Спокойно, у меня есть план. Что это? Ветер, наверное. Будет ничего. Это он все придумал. А я всегда мечтала о таком домике, как у вас. Ладно, залезайте. А на будущее запомни, обманывать некрасиво. У нас теперь есть домик на дереве, а у Бори и Феди нет. Это несправедливо. Мы это исправим. Ребята, есть одно дело. Прием. Отличный у вас домик. Мы тоже такой хотим. А зачем вам два домика? Что? У вас же уже есть свой домик. Вот, смотри. Это какое-то волшебство! Ура!
Буль, Зер, Анки, Тор и Трак – твои друзья турбозавры. Чем бы вы хотели заняться вместе с ними? Поиграть, порисовать, сделать поделку, посмотреть фильм или устроить приключение? Заходи на сайт турбозавров и находи там идеи для развлечений и обучения. Скачивай раскраски и шаблоны поделок. Играй и устраивай конкурсы и праздники с друзьями. Находи игрушки и настольные игры с любимыми героями. А сколько можно? 3 дня этот дождь льет, как из ведра. По радио сказали, что он скоро кончится. Закончился! Все! Ура! Фото неудачное. А мне кажется, он зовет на помощь. Смотри, он мокрый и с какими-то бревнами в обнимку. Точно, может, он в ловушке. Тогда надо его спасать. Кажется, на фото лесное озеро. Что, если он утонет? Бежим туда, скорее. Привет! Куда торопитесь? Спасать Зера! Бежим, по дороге расскажем! Зер, что случилось? Я тут фотографировал ливень, а вода все затопила. Ну и вот, я страшно рад, что вы пришли. Спасите меня! У меня есть план. Нужно воду отвезти в пруд. Прокопаем канал. Вода уйдет, и мы тебя освободим. Нужно позвать всех. Мы с Катей сбегаем за остальными, а Тор и Трак побудут с тобой. А зачем ждать остальных? Мы и сами выкопаем. Правильно, вот они удивятся. Скорее! Там вода! Мы только канал, а она хлынула! Мы хотели как лучше, а вода как полилась! Надо было не в верхний пруд канал копать, а в нижний! Принцип сообщающихся сосудов. Вода из верхнего перетекает в нижний. Петя, некогда объяснять! Надо спасать Зера! План такой. Буль и Тор, перекрывайте канал. Срочно! Пока у Зера голова еще над водой. Из последних сил над водой. Турбозавры, вперед! А мне что делать? Анки подаст тебе эти бревна, а ты укрепляй ими плотину. Кажется, успели. Ура! Зер спасен! Не уверен. Я просто хотела тебя подбодрить. Спасибо, я очень бодр. Теперь надо прокопать отводной канал к нижнему пруду, чтобы ушла вода. За работу! Погоди! План такой. Сначала ставим перегородку из бревен. А потом вот тут начинаем рыть новый канал к нижнему пруду. Главное, чтобы он шел под уклон. Ясно? Ну тогда турбозавры вперед! Теперь туда.
А можно я уберу? Пожалуйста. Ура! Вода! Утекай! Утекай по принципу сообщающихся сосудов. Свобода! У меня есть идея. Я хочу сделать групповое фото моих спасителей. О нет, только не дождь опять. До, Буль, Зер, Анки, Тор и Трак — твои друзья турбозавры. Теперь они на веселых стикерах в Вайбер. Подписывайся на наш канал и посылай друзьям яркие эмоции. Ссылка в описании. Вот молодцы! Что рисуете? Я театр. А я балет. Бабушка, ты балет давно видела? Я-то недавно. А вот Степан Петрович и в театре, и на балете не был очень давно. Почему? Петя! Давай развлечем Степана Петровича. Давай. Покажем ему танцы, которые мы для школы готовили. Но нам нужна сцена. Не в школе же мы ему танцевать будем. Кать, я знаю, кто нам поможет сцену построить. Я тоже знаю. А я вот не знаю, что такое театр. А я не знаю, что такое балет. А я не знаю ни про то и ни про это. Это же как кино, только с живыми актерами. И сценой вместо экрана. Давайте вместе строить летний театр. А я только что присмотрел место для стройки. Как раз рядом с домом Степана Петровича. Только там бревна какие-то лежат. И вагончик строительный, брошенный брезентом накрытый. Все это можно использовать, Зер. Ура! Турбозавры, вперед! Сначала надо расчистить место для сцены. Хорошо! Делаем! Не забудь расчистить место и для зрительного зала. Сюда. Анки, а ты что стоишь без дела? Бери вон те бревна и строй из них сцену, как у меня на рисунке. Ровнее, ровнее укладывай. Зер, да ты настоящий суфлер. А вот обзываться не обязательно. Зер, не обижайся. Суфлер – это такой человек в театре, который подсказывает актерам слова из специальной будки перед сценой. Да! Я прирожденный суфлер! Я ведь очень люблю подсказывать. А где моя специальная будка? Вот. Ух ты, театр. Док, ты знаешь, что такое театр? Стыдно не знать, что такое театр. Я уже давно мечтаю стать примадонной. А кто это примадонна? Это самая главная артистка. Вот, а я тебе буду слова подсказывать. Я примадонна среди суфлеров. Вы забыли, что представление для Степана Петровича и бабушки. А они динозавров видеть не должны. Поэтому вам лучше сейчас спрятаться. Но мы не хотим прятаться. Нам тоже хочется посмотреть. А я знаю, что делать. Петя, Катя, накрывайте нас брезентом. Пусть Степан Петрович и бабушка думают, что театр передвижной. На колесах. Теперь вы все увидите. Лично мне ничего не видно. Ага.
Так. Так, все, сидите тихо. Мы за зрителями пошли. Тор, давай поменяемся. У тебя дырки для глаз больше. Они ничего не заподозрили. Браво! Брависсимо! Какие вы молодцы! Вот уж порадовали! Побегу-ка я домой и испеку всем нам блинов по такому случаю! Я помогу! Вот это было круто! Я даже не знал, что вы так умеете! Я бы так не смог! Я хоть и примадонна, но мне до вас далеко! Я так не играю! Совершенно нечего было подсказывать. Никакой работы для суфлера. Хочешь поиграть с нами в умные игры? Перетаскивай картинки, собирай пазлы, тренируй память, рисуй и раскрашивай. И собирай награды прямо на планшете или телефоне. Но сегодня последний сеанс. И ты тоже хотела посмотреть этот мультик. Нет, Петя, в кино мы не пойдем. Ну почему, Кать? Вот поэтому мы не можем оставить его одного. Всем привет. Ребята, а почему вы здесь сидите? Мы вас ждали, ждали. Бабушка уехала к зубному. Она составила сидеть с Ипполитом. И поэтому мы должны торчать тут. Не обращай на него внимания. Он мечтал пойти в кино. И теперь дуется на весь свет. А разве вас не может заменить кто-нибудь? Кто? Ну, например, я. Я знаю малыша, он ко мне привык. Тогда подмени нас на пару часиков, хорошо? Мы скоро вернемся. Ипполит! Ипполит! Ой! Что такое? В чем дело? Дети! Можете не прятаться, я не сержусь. Держите свой мячик. Ипполит! Ты чего? Тебя же могут увидеть! Я не уследила за ним. Он пропал. Что? Только без паники. До, зови на помощь остальных турбозавров. Угу. Ипполит не мог уйти далеко. Его нигде нет. А он не мог спрятаться в доме? Мы там уже везде посмотрели, Буль. Ума не приложу, куда он мог деться? Ипполит уехал на машине с тетей Норой. Держись, Ипполит! Мы догоним их. Мы ведь даже не знаем, куда она едет. Значит, нам придется разделиться. Трак, ты не можешь помочь во время погони. Так что возвращайся в лес. Все самое интересное будет без меня. Ты тоже остаешься. Вдруг бабушка вернется до того, как мы найдем Ипполита. Турбозавры, вперед!
Ты чего, Тор? Дорога перегорожена. Она не могла тут проехать. Вот, теперь колесо придется менять. Смотри, Анки, это же машина, которую мы ищем. Вот они обрадуются, когда мы им доставим машину с Ипполитом. Привет, а мы нашли машину с Ипполитом. Ой. Вам придется вернуть машину на место и замените спущенное колесо. Угу. Да, мне нужно заменить колесо. Уже не нужно. Алло, у меня угнали машину. Ой, уже не угнали. И даже колесо в порядке. Ну, чудеса. Лакомство с любимыми героями уже в продаже. Свитбокс. Целый мир в одной коробочке. Не откроешь, не узнаешь. Шоки-токи. Турбозавры в молочном шоколаде. Удивлять приятно. Кидсбокс. Шоколадный десерт и игрушка. Удивлять полезно. Ищите нас в магазинах страны и на маркетплейсах. Ссылка в описании. Бросай! Что ты наделал? Не может быть! Я же бросал мяч на дорожку. Смотри, тут следы. Какой-то зверь был здесь и помял цветы. Здравствуйте, а мы и не знали, что у вас есть кот. Это не мой, он сам приблудился. И если он что-то натворил, я за него не отвечаю. Как его зовут? Откуда мне знать? Барсиком зову, откликается. Дети, обед. Я так наелся. Все было очень вкусно. Бабуль, помочь тебе помыть тарелки? Не надо, спасибо. Тем более, что нет горячей воды. Идите играть. Барсик! Барсик! Что случилось? Барсик пропал! Убежал, наверное. А я к нему уже привык. А? Барсик, наверное, убежал далеко. Теперь найти его будет трудно. Барсик! Нет ничего невозможного. Смотри, вот его следы. Найдем его и вернем соседу. И я знаю, кто нам поможет. И, наверное, потерялся. Да о чем речь? Мы найдем кота. Да, Зер? Уже лечу на поиски. Я знаю, где Барсик. Все за мной! Кис-кис-кис! Барсик! Кажется, он нам не доверяет. Турбозавры, вперед! Трак, постарайся осторожно снять его. Он упадет! Как же нам достать его?
У меня идея! Что если сделать лестницу? Вот такую. Тор, выровняй площадку для лестницы. Да, ищи подходящие для лестницы бревна. Анки, вези их сюда. Трак, ты будешь расщеплять бревна для лестницы. Нашлась веревка. Зер, доставь ее наверх. Ничего себе! Что это? Кажется, я знаю. Трубы меняют на новые. Вот и отключили горячую воду. О, нет, только не это! Барсик! Барсик! Ну что ты стоишь как вкопанный? Зови динозавров! Может быть, вы не поверите, но нам нужна ваша помощь. Опять! Да, это будет непросто. Возьмемся за дело дружно и справимся. Трак, поднимаешь и осматриваешь трубу. Если кота в ней нет, отдаешь трубу мне и укладываешь ее в траншею. Анки, закрываешь трубу бетонным перекрытием. Тор, заваливаешь землей. А нам что делать? У вас самая ответственная задача. Следите, чтобы кот не выскочил и не убежал. Уложили все трубы? И горячую воду теперь быстрее дадут. Мы нашли кота! Вот он! Барсик вернулся! О, спасибо вам! Куда же ты убегал? И зачем? Дома ведь лучше! Верно, Барсик? Конечно! Теперь твой дом тут! Жми кнопку подписаться, и мы будем видеться чаще. Ты прекрасно выглядишь. Нет, эти цветы мне не идут. Нужно что-нибудь поярче, что-нибудь более... съедобное. Красивое. Понимаешь, До, сейчас многие цветы уже отцвели. Вот так всегда. Лес большой, что-нибудь в нем обязательно найдется. Зер, Тор, Анки, давайте искать цветы для До. Я еще не завтракал, и не обедал, и не ужинал. Тор, прогуляться перед завтраком очень полезно. Смотри, какой красивый цветок. Ты куда? Полезную прогулку уже была. Теперь завтрак. Тор, что с тобой? Я споткнулся о рельс. Какой рельс? Ты о чем? Мы в лесу. Рельсы – это железная дорога. Где ты тут видел железную дорогу? Железную дорогу я не видел. Но она есть. Ты споткнулся о какую-нибудь корягу и принял ее за рельс. Ничего тут нет, одни сухие листья. Ой! Я же говорил. Этого не может быть. Или может?
Ничего себе! Ха-ха! Сенсация! Мы нашли старую железную дорогу! И паровоз! Он настоящий? На нем можно ездить? Когда-то было можно, а теперь он, наверное, совсем заржавел. Какой он милый! Вот бы его починить. Да, скорее всего, это невозможно. Нет ничего невозможного. Двигатель можно сделать современный. А потом? А потом мы уложим рельсы по кругу, и у нас будет собственный аттракцион – кольцевая дорога. Зер, просканируй местность, я скажу, что делать дальше. Один момент. Нам понадобятся шпалы, рельсы, семафор и двигатель. Напечатаем их на принтере. Буль, ты отвезешь их на место. Тор и Анки уберут упавшие деревья, чтобы они не мешали. Трак установит двигатель, затем уложит рельсы и шпалы. А я пересажу растения, чтобы их не повредить. Турбозавры, вперед! Завтра наш поезд отправится в первый рейс. А кто же будет машинистом? Машинистом буду я. Мне нужна фуражка. Только скажите, за что тут тянуть и на что нажимать? Зер, чтобы стать машинистом, надо сначала научиться. Признавайтесь, кто учился на машиниста? Поздравляю! Наш поезд никуда не едет. Не переживайте. Поезд отправится точно по расписанию. Завтра все сами увидите. На таком паровозе я когда-то начинал работать помощником машиниста. Сколько воспоминаний. Ну что же, пора в путь. Вперед, мой помощник! Раньше был машинистом. Он мне рассказывал. Говорил, что скучает по своей работе. Я все заснял. Третий раз смотрим. Какие красивые цветы. Это Степан Петрович в своем саду вырастил и мне подарил. И мы подумали, что они тебе очень подойдут. Хочешь видеть новые серии первым? Нажми на подписаться. Ипполит, не балуйся. А еще я вчера гуляла в нашем парке. Вот бы построить там смотровую башню. Тогда сверху весь наш красивый город будет видно. У меня идея. Помнишь старую водонапорную башню? Мы можем ее переделать в смотровую. А чем мы сегодня займемся? А сегодня мы переносим башню. Что? Какую башню? Водонапорную. Пойдем, мы по дороге вам все расскажем. Турбозавры всегда готовы помочь друзьям.
вам говорил? Классная башенка, да? Эта башня даже выше трака. Мы ее не поднимем. Кто не поднимет? Да я ее сейчас... Трак, подожди! Мы сейчас все вам объясним! Вот что мы придумали. Смотрите. Сначала Тор очищает территорию. Затем Трак и Анки снимают крышу. Дальше Трак убирает обручи, а Тор освобождает фундамент. Трак и Анки разбирают башню на части и грузят на платформу Гуля. Какой натюрморт! Поразительное сходство! Задача ясна? Ну тогда... Турбозавры вперед! Используй свой ковш. Анки, выдвини стрелу. Болты надо убрать, а то они потеряются. Спокойно, сейчас я их уберу. Турбозавры, вперед! Я лучше пойду пофотографирую. Очень низкий. Трак под ним не пройдет. Есть одна идея. Сейчас покажу. Странно. Я только вчера тут проходил. Этой башни здесь не было. А что тут Петя и Катя делают? Алло? А вы знаете, что Петя и Катя гуляют по городу с водонапорной башней? Что? Ипполит со мной? Ребята, а хорошо получилось, да? Да! Ищи башню, Томик, ищи! Ага, вот она! От Томика не спрячешься! Петя, Катя, вот вы где! Бабушка, а мы с Катей смотрели, как смотровую башню ставят. Ну надо же! Не успела я только подумать... А башню уже поставили. Чудеса. Чудеса. Конечно, чудеса. Нажми на подписаться и смотри новые серии Турбозавров. Сенсация! В лесу, недалеко от города, туристами было замечено огромное животное, похожее на динозавра. Глупости, придумают же. Но на всякий случай ваш папа вместе с другими мужчинами пойдет в лес и поищет это неведомое животное. Надо предупредить турбозавров. Спасибо, бабушка. Бабушка, спасибо. А ты сегодня побудь со мной. И вон опять кашу не доел. Их здесь нет. Неужели нашли? Не могли так быстро. А? А, вот вы где! Мы вас ищем! Вам надо спасаться! А что случилось? Вас видели люди! Они напуганы! Они придут вас искать! Может, пока в соседний лес уйдете? Куда же мы уйдем? Здесь наш дом! И уже много тысяч лет.
Да. Катя, а давай скажем взрослым, что динозавры не опасны? Да кто же нам поверит? Нас просто больше не пустят в лес. Нельзя людям про нас знать. Мы долго прятались и будем продолжать скрываться. Я понял. Мы напугаем взрослых только понарошку. Надо построить игрушечного динозавра. Ты думаешь, взрослые испугаются игрушки? Все решат, что тот дядька принял его за настоящего. А что, Петя, пожалуй, здорово придумал. Вы действительно думаете, что это существо может кого-то напугать? Что тебе не нравится, Трак? Больше похоже на невинную зверушку. Если сделать его резиновым, можно купаться с ним в ванне. Ты хочешь предложить что-то другое? Делать надо тиранозавра. Почему? Почему это? Вот еще! Да ладно вам, пусть будет тиранозавр. Какая красота! А? Вот теперь будет страшно. Из чего же вы меня сотворите? Конечно, из бурелома. Мы же в лесу, посмотрите вокруг. И лес станет чище. Правильно, Катя, ты гений. Из бурелома. Я буду полезнее в качестве модели. Вылети я. А ну не порт! Нашли страшного зверя. На лесной поляне стоял. Кто-то сделал из дерева скульптуру, а туристы приняли ее за динозавра. Папа с друзьями привезли скульптуру в город и установили на площади. У нас все получилось. Надо Траку показать. Ему понравится. Поставь лайк этому видео, и мы будем появляться чаще. Нет, так уже было. Нам нужно что-то оригинальное. По-моему, ты просто придираешься, Зер.
Шах и мат. Постой, Петя, я же хотел пойти совсем иначе. А что если так? Шах и мат. Опять? Ну и ладно, сыграем еще партии. Давай. Мы с Катей хотели сегодня покататься на колесе обозрения, но его еще не запустили, так что у нас весь день свободный. Колесо? Что за колесо? Огроменное! В парке развлечений! С него вид потрясающий! Да! У меня идея! Да! А? Я знаю, что нам нужно! Колесо обозрения! Ты поднимешься на колесе, а я сделаю кадр. Ты в вышине, и весь город у твоих ног. Извини, Зер, у меня нет настроения. Да, это будет уникальный кадр. Только представь себе. И представлять не хочу. Я никуда не пойду, и ты меня не уговоришь. Чего ты ждешь? Залезай, там для тебя хватит места. А голову можешь высунуть в люк. Зер, а ты умеешь управлять этой штукой? Да чего тут управлять-то? Пустяковое дело. Готово? Mm-mm. Поехали! Как здорово! Я вижу весь город. Внимание! Снимаю! Что такое? Что происходит? Без паники! Я сейчас вернусь! Зер, мне страшно. Спускай меня. Не могу. Там что-то заклинило. Зер, ты знаешь, кто ты такой? Знаю, я просто совершенство, но это не моя вина. Жди здесь и никуда не уходи. Я позову на помощь наших. Слушай, Боря, мне это не нравится. Ну и не ходи за мной. Парк же закрыт. Что мы тут делаем? Ты слышал? Что-то страшное. Это ветер. Кроме нас тут никого нет. Едем в парк спасать До. Трак, ты забираешься в фургон. Буль, ты берешь его на прицеп. Катя, мы с тобой едем на велосипедах. Турбозавры вперед! Ну что, какие будут предложения? Делать нечего. Надо прокрутить колесо, чтобы До опустилось. Сюда идут Боря и Федя! Никому не двигаться. Зер, прячься. Смотри-ка, а мы тут не одни. А вы тут что забыли? А мы с Петей спорим. Можно ли пройти вот этот лабиринт за полчаса? Конечно, можно. И ты готов это доказать? Тогда время пошло. Что ты придумала, Катя? Буль, ты разравниваешь площадку для трака. Трак, ты снимаешь с колеса До. Тор и Анки, для вас особое задание. Вы должны задержать Борю и Федю в лабиринте. Поменяйте там что-нибудь, перенесите вход. Турбозавры, вперед! А мне что делать? Держаться подальше от До, когда она спустится. Я ничего не понимаю. Мы ведь уже проходили этот лабиринт раз в 5 и выходили из него за пару минут. Опирайся на меня и вытащи До! Ура!
Да, я так рад, что с тобой все хорошо. Зер, ты? Ты? Ну что, не уложились полчаса? Идите за нами, мы вас выведем. Ну, я протестую! Сейчас, я тебе помогите! Караул! Жми кнопку подписаться, и мы будем видеться чаще. Боря, дай теперь мне постучать. Нам обоим подарили. Сейчас моя очередь. Уже моя! Ну ладно, стучи. 10 раз. Петя, как думаешь, из Бори и Феди получится когда-нибудь барабанщики? Нет ничего невозможного. О, куда это вы? За ягодами. Идем с нами. Не могу. Мы с Федей репетируем. Как бы не заблудиться. Пойдем обратно. А? Петя, слушай. Да это же родник. Жалко, что от дома далеко. А? Далеко? Похоже, мы подошли к дому с другой стороны. Дом в той стороне. Класс! У них получилось! А нам-то что делать? Дорожку. Согласна. Но без турбозавров тут не обойтись. Так, что у нас есть? Болото – одна штука, сухие кочки – раз, два, три. Там еще есть. Идея! Мы проложим между сухими островками мостки из бревен. Мы с Траком притащим сюда поваленные деревья. Тор распилит их на половинки. Анки установит их в нужные места. Так мы сохраним местную флору. Тут столько редких растений. Это будет экологическая тропа. А я буду заряжать вас позитивным настроением. Турбозавры, вперед! Вот это кадр! Удали сейчас же, Зер! Скорее вытащите меня отсюда! Экологическая тропа в действии! Подождите! Это еще не все! Какая забавная травка! Это росянка. Растение-хищник. У нее есть клей, с помощью которого она ловит добычу. Ой! Да! Ты для нее слишком.
поросянка охотится только на насекомых. Ну вот, дорога к роднику открыта. Спасибо вам, ребята. Вы настоящие друзья. Одни мы бы не справились. Теперь мы будем пить родниковую воду. Замечательно. Сколько у нас интересных растений. Да кто все это придумал-то? А мы и не знали про этот родник. И вода такая вкусная. Ой, что это? И все-таки я не понимаю, как за один день можно научиться так играть на барабанах? Hehehe